Владимирские общеобразовательные учреждения подготовят к новому учебному году. Школа номер 19 областного центра капитально отремонтируют за счет городского бюджета. На это пойдет 8 миллионов рублей. В 22 детсадах и 17 школах починят кровлю на общую сумму свыше 26 миллионов. В 6 общеобразовательных учреждениях заменят или отреставрируют ограждение почти на 500 000 рублей. В школах номер 1, номер 21 и номер 29 построят новые спортплощадки. Еще в 6 установят тренажерные комплексы. На это пойдут внебюджетные средства. Практически во всех школах осуществят косметический ремонт, покрасят и побелят стены, полы, окна. Также на территории 9 школ, плохую освещенность которых на днях отметила городская прокуратура, заменят фонари, а на территории 4 детских садов уложат новый асфальт. В пресс-службе мэрии отмечают, что во всех дошкольных и школьных учреждениях тревожные кнопки и камеры видеонаблюдения имеются. Их ставить не будут.